Так, друзья мои, сейчас по необходимости сбегала в магазин, так как закончилась мука. Вот я предпочитаю сокольническую, либо старооскольскую. Это самая лучшая мука вообще, которую производят. Вот, естественно, 2 килограмма, потому что она очень быстро расходуется. Также вот такие хлебцы взяла попробовать. Амарантовый с топинамбуром. Ну, типа правильное питание. Вот. Такой хлеб. Ни разу не видела. Любимый хлеб. Вроде как типа сладкая булочка. Но я думаю, что утром в качестве такого поблажки сладкого десерта можно дать себе. Потом сыр 400 грамм. Плавленый вместо сливочного масла использовать. 2 пакетика были по скидке Алиски. 19 рублей с говядиной. Так, разрыхлитель, поскольку он тоже кончился, 7 пакетиков по 6 с чем-то, но я чек покажу. Семечки, что-то потянуло меня на соленые. И была тоже акция Алиски, вот такие вкусняшки по 30 с чем-то рублей. Но я сейчас покажу чек. Вот, 4 разных взяла, значит, оригинальные, сырные, гриль и морской коктейль. Вот такие покупочки. И сейчас чек покажу. Значит, если... Сейчас, момент. Вот. Это был магнит. Вот такие вот цены, я думаю, видно. И в пятерочке вот такие вот. Неожиданно для меня так, 329 семечки. Это надо пойти и выяснить. Я и думаю, что-то дорого все это вышло. Так, с этим я пойду разберусь сейчас. Я уже практически разделась, но с этим надо разобраться. В общем, вот такие вот были покупки. И я еще заходила в фикс-прайс, но я сделаю отдельное видео и присоединю, наверное, к этому завтра. Ну или чуть позже. Вот так вот.